Виктория Азаренко вернется на корт уже в начале августа. Теннисистка заявлена на турнир категории «Премьер» в Стэнфорде. Белоруска получила от организаторов «Wild Card». К слову, в 2010-м Азаренко выиграла здесь титул. Александра Соснович тем временем штурмует турнир в Швейцарии с призовым фондом 226 750 тысяч долларов. Накануне белоруска, ныне 108-я ракетка мира, переиграла Амру Садикович 6-3, 4-6, 6-3 и вышла в третий круг квалификации.